Успеха не только в энергетической, но и транспортной отраслях Азербайджану удалось достичь благодаря дальновидной макроэкономической политике, отмечает экономический эксперт Эльшат Мамедов, комментируя интервью президента Ильхама Алиева газете «Ле Фигаро». В свете реализации ведущих региональных, транснациональных, транспортных и логистических проектов наша страна весьма существенно позиционировалась как один из ведущих региональных транзитных хабов по транспортному и логистическому сегменту. Инвестиции, как отметил эксперт, активно вкладываются в сферу информационных технологий, что существенно позволило повысить доступ к цифровым услугам внутри страны. Сегодня 80% населения являются пользователями интернета. Вместе с тем это позволяет, безусловно, увеличить мощь с точки зрения потенциала превращения нашей страны в одного из ведущих региональных транзитеров и по сегменту передачи данных, по сегменту информационно-коммуникационных технологий. Поэтому я думаю, что вот эта диверсификация инвестиционных потоков должна позволить серьезно повысить конкурентные преимущества нашей страны в свете тех процессов, которые сегодня происходят в мировой экономике. Это и деглобализация, это регионализация, это формирование нового технологического уклада. В этих условиях увеличение возможностей Азербайджана, продолжение сбалансированной внешней политики позволяют стране занять достойное место в новых реалиях мировой экономики и таким образом укрепиться в качестве регионального хаба, отмечает экономический эксперт. Медина Гурбанова, CBC.